Сливочный сыр маскарпоне, печенье савоярди, кофе, сахар и немного какао. Из этих продуктов делают тирамису. В Химках дали мастер-класс по приготовлению знаменитого итальянского десерта. Выкладываем также слои. Держи. Держи, Митя. Нам еще нужно печенье. Тирамису – один из немногих десертов, которые не надо запекать. Ему нужно лишь время, чтобы все слои впитали нежный крем. Елена Сторова впервые готовила итальянский десерт. Раньше рецепт казался ей сложным. Это оказывается очень просто, и я лично буду делать с удовольствием. А дочка присоединится, она за все повторяет за мамой. Секрет вкусного тирамису в хорошем печенье савоярди. Как заменить покупное изделие на домашнее, рассказал ведущий мастер-класса. 50 грамм сливочного масла, 100 грамм муки и 150 грамм сахара. Просто руками смешиваем песочное тесто, раскатываем в рулетик, складываем, ножичком нарезаем и в духовку тоже минут на 15. Вкусный мастер-класс никого не оставил равнодушным. Около 30 химчан остались сытыми и довольными и отправились делиться впечатлениями со своей семьей и друзьями. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.